Можете что-то сказать по их уровне и по увиденному? Ну, пока мне рано говорить. Во-первых, я не видела их на площадке, потому что на тренировочной площадке и в соревновательном процессе это разные вещи. Но маленькие, я вижу какой энтузиазм, я вижу улыбки, настроение детей, что им это очень нравится. И это очень-очень важно. Как оцените выступление своей ученицы? Ну, в общем-то, я довольна. Потому что, ну, были какие-то мелкие недочеты, но у нас сейчас как бы и не цель быть в суперформе, у нас подготовительный период, поэтому есть над чем работать, но в целом я очень ею довольна. По пятибалльной шкале, насколько вы оценили бы два ее выступления? Сашина? Да. 4,95. Каким соревнованиям вы сейчас готовитесь? Мы готовим в декабре месяц, у нас будет подготовительный период к первенству России. Для нас это очень важный старт. Это отбор куда-то будет? Это отбор на чемпионат Европы юношеский. И нам очень важно проявить себя лучшей. Ну, наверняка Александра еще не прошла адаптацию. Легкие прилетели только вчера. Она сегодня ночью не спала. Поэтому у меня к ней были как бы незавышенные самооценки. Я понимала, что будет тяжело. Но она молодец, она справилась. Она немножко засыпает сейчас. Ну, сейчас посмотрим. Все-таки насколько ей привычно вот такие перелеты? Это первый раз для нее. И она время поменяла первый раз. И такой дальний перелет. Это все впервые для нее. И это прекрасно для опыта.